Новая стратегия пространственного развития страны должна учитывать текущие геополитические вызовы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время стратегической сессии. На совещании присутствовал и глава региона Игорь Кобзев. Действующая стратегия была принята в 2019 году и разрабатывалась в других условиях. Одна из первоочередных задач новой концепции – сократить различия регионов по уровню экономики и социальной сферы. Для этого необходимо сформировать центры роста с учетом потенциала каждой территории. Также в приоритете – привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. На особом контроле вопросы благоустройства и повышения качества жизни в малых городах и сельской местности. Кстати, эти четыре параметра – рост внутреннего ВРП регионов, инвестиции, создание новых рабочих мест и реальные доходы соответствующего региона мы заложили в ключевые параметры по курации нашими вице-премьерами федеральных округов. Это поможет продолжить строительство современного жилья, детских садиков, поликлиник, больниц, модернизировать инженерные сети, чтобы жители даже удаленных территорий имели доступ к качественной медицине, к образованию, к теплу, к чистой воде. У нас появились новые приоритеты по транспорту. Например, если раньше у нас был достаточно большой акцент сделан на вывоз товаров, грузов на запад, теперь мы все идем на восток. Да? У нас появился очень активный новый транспортный коридор, как Северный морской путь.